Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 12 июня. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, Павел Бессонов Сергей Борисович. Вы на моей страничке. И спасибо большое, что вы слушаете меня. Мои не очень умные мысли. Так, ну вот мы сегодня с вами снова в эфире. Сегодня праздник, День независимости. Есть пару слов сказать о этой дате. Ну, без эмоций, без крика. Потому что мое оценочное мнение, что в политике не все так просто. Все равно придется делать предысторию определенную, ну, с чего даже начать. Ну вот, ну давайте издалека начнем, время есть. Ну, Россия стояла на рубеже очень мощных либеральных реформ при Александре I. Да, при нем Спиранский еще в 1809 году дал либеральную конституцию, которая, кстати, один к одному показывает, вот, повторяет конституцию 1993 года, где император был выведен из системы разделения властей, так как Ельцин потом был. Ну, дальше понятно, да, якобы он ушел в скит, он в Перми, кстати, перед тем, как умереть, ну, по официальной дате, он побывал в Перми у нас и сразу помер, вернулся, поехал в Таганрог и умер. Ну, а дальше реформы Николая, да, который фактически заморозил и проиграл войну крымскую, ну, и дальше реформы Александра II. Причем Александр II не был сторонником либеральных реформ. Он как раз был сторонником продолжения реформ Николая I. Ну, жизнь заставляла. Пошли очень мощные либеральные реформы. И говорят, что накануне принятия Конституции в 1981 году его убили революционеры. А дальше вот с этого все начинается. Контрреформы Александра III. Да? И даже либеральные историки сегодня и юристы согласились, что события краха начала века, они целиком легли в основу из-за реформ Александра III, по многим показателям. Ну, например, скажем, Александр III ликвидировал местное самоуправление. То есть это была основа системы управления в России. Но община русская, да, она сама избирала старост, отдавала в солдаты там, и так далее. Он все это ликвидировал. Более там указом императора, глав местного, депутатов местного самоуправления, губернатор мог отклонить по принципу политической неполноценности. Дальше он ввел так называемую реформу о кухаркиных детях, запретил разночинцам учиться в вузах. Ну, помните, Ленин, первая демонстрация была, его выгнали из университета именно за этого. Дальше национальную политику бездумную ввел, запретил, вводил центр области для, в том числе, для евреев. Причем там было хитро, если они становились выкрестами, то есть меняли веру на православие, у них этот центр пропадал. Но бог с ним. А дальше самое интересное. Когда он ликвидировал местное самоуправление, стихийно начали создаваться вот эти независимые советы, сходы, собрания, которые во многом в 1905 году легли в основу, власть была разрушена в республике, народ там по восстанию, они стали создавать эти советы. Ленин закричал, что это прообраз, когда писал об одесской болезни левизны, критиковал Каутского, сказал, вот советы – это истинная демократия народная, а ваша – парламентаризм Каутский. Но, конечно, он Каутского реформовал за четвертый том «Капитала». Да? Четыре было тома, как четыре Евангелия. Марка, Матфея, Иоанна, Луки. Первый написал Маркс, там теория прибавочной стоимости, профессоры. Ну и плюс статистика действительно тяжелого положения человека труда в Европе. Второй, третий писал Энгельс, там дифференциальная абсолютная рента. По Энгельсу рента воз прибавочная стоимость в сельском хозяйстве выступает из-за неравной почвы, неравной стоимости земель. Ну и четвертый, собственно, прибавочным стоимостям том писал сам Каутский. Да? И, ну, Ленин его ревновал, потому что, видимо, он хотел быть единственным трактователем марксизма в Европе и так далее. Ну, соответственно, писал знаменитую работу «Материализм и перикритицизм», где, кстати, вся работа по философии знаменитая, ну, Гегеля, конечно. Это про свою историю философии. Ленин же ограничился только немецкой классической философией, Кантом, Гегелем, Фихте, ну, естественно, его Марксом, и немецкой политэкономией, да, там, Адамом Смитом и так далее всех. Ну, ладно, бог с ним. То есть, фактически, вот это местное самоуправление в 1905 году было основой управления. И когда в 1917 году свергли царя, а свергли его, я говорю, банкиры, да, из-за того, что он весь бюджет отдал, военный бюджет отдал, не через банки направлял и биржи, а отдал непосредственно предприятиям, ликвидировал за сто раз за 10 месяцев увеличил производство снарядов и ликвидировал снарядный голод.
Но банки не получили 30% от военного бюджета России. И они свергли через прогрессивный блок, приняли закон о развитии демократии. По этому закону, я Пыжиков пишет, я рассказывал, что финансировались все оппозиционные партии из бюджета страны. Причем этот закон был равен морской программе воюющей страны. И сюда съехались все представители партии, в том числе Ленин. Ленин приехал в самом последний. Он думал, что это провокация, что его тут арестуют, их всех заманят. И когда он читал апрельские тезисы, да, его тезис экономический, ну, программа крестьянская, это была эсерская программа, все понятно, но тезис его экономический заключался в чем? Это справедливое распределение и контроль, справедливое распределение, все, больше ничего там в экономике. И дальше события показывают, что в экономике-то он ничего не понимал, ничего не делал. Дальше, хорошо, советы. После того, как свергли царя, Чхеидзе, меньшевик, пришел, говорит, давайте создадим советы, какие-то провел выборы. Как, с какой легитимностью, неважно. Создал советы, и потом власть перехватили в советах троцкие и большевики. И после чего Ленин, когда Керенский пытался вооружить отряды советов против корниловского мятежа, Ленин без резолюции съезда советов арестовал правительство, и в знак протеста Мартов и Чернов вывели свои фракции. Ленин один с эсерами Спиридоном сформировал правительство. Правительство. А дальше, ну, распустил учительное собрание, там понятно. Дальше началась гражданская война. И вот здесь самое интересное. Самое интересное. Значит, ну, первые конфликты в 18 году, это было вокруг железной дороги, там, мятежом чешский, чехословацкий корпус восстановил восстание. А самые это события начались в конце 18-го, начале 19-го года. Там, белое движение сформировано, Колчак... В декабре 19 года захватил Пермь. Причем у него было 20 тысяч солдат, противостояла 3-я армия РККК, там было 17 тысяч, а с запада на Москву строил Юденич, причем говорят, что у Юденича было 20 тысяч, но на самом деле там в Прибалтике задержали порядка 10 тысяч, то есть 10-тысячной армии корпусом офицерский Юденич шел на Петроград, и 2-2 в декабре Троцкий собрал 12 тысяч рабочих, и из резолюции большевики действительно принимали решение уйти на нелегальное положение. Но самое интересное, у Маннергейма было от, называют цифру, от 60 до 100 тысяч первоклассной армии финской. И Маннергей предлагал Колчаку, что если он провозгласит независимость Финляндии, то он пойдет на Петроград и поможет Колчаку. Но Колчак был болен наркоманией, принимал морфий, и он отказался. Но тут тоже не так все просто. Мне кажется, тут была разведка. Игра разведок. В чем и заключается игра? Вот Черчилль опубликовал мемуары, называется «О войне, о гражданской войне в России». Вот он там пишет, что все годы войны, ну, Россия же формально была Антанта, членом Антанта Союза, и в уставке у белых, и в Москве у красных предстоял представитель Антанты. Более того, в 18 году я рассказывал об этом. Парламент Англии провозгласил резолюцию о том, что мы поддержим любую власть в России, кто создаст на территории России конфедерацию, независимость государств. Да? Почему? Вот именно таким же способом англичане управляли Индией. То есть там, ну, там в основе была не национальный принцип брал, а брал принцип религиозных разобщенностей штатов. То же самое, то есть англичане говорят, принимают. И значит, дальше самое интересное начинается. Ленин принимает в 22-м году декларацию, только декларацию о независимости, о создании СССР. То есть, что это будет за структура де юра, что за конфедерация, что будет в основе? Унитарное государство, как империя царская, или конфедерация, было непонятно. И тут же у Ленина случается инсульт. Случайно? Ну, я не знаю. Случайно? Но он болен. Фактически, с 23-го года он отстранен от управления. И в это время Троцкий и его группа принимают новую конституцию 24-го года, где в основе лежит именно вот конфедерация, то, что англичане говорили. То есть независимые государства образуют единое государство и так далее. То есть резолюция англичан была выполнена. Но для чего это делалось? Отчасти для того, чтобы получить план Маршалла, тот еще первый, для развития экономики страны. Но до этого, это очень интересно и важно, Ленин, ну, его экономическая программа была в апреле месяце, это апрельский тезис, 6 тезисов, из них в экономике один тезис, это справедливое распределение. Что такое экономика, он вообще не знал. Дальше военный коммунизм, да, продразверстку не вводил не он, но он ее, что называется, расширял и углублял, да. А дальше он принимает концепцию НЭПа. Еще раз говорю, вставки у большевиков, так же, как и у белых,
Стоит там танк. Кстати, и Деникину предлагали поляки то же самое, когда ушел на Москву, поддержать его войсками, если он провозгласит независимость Польши, но он тоже отказался. Но я не думаю, что это из патриотических оснований. Видимо, англичане тут что-то подыграли, потому что англичанам нужна была конфедерация на месте Ленина. А дальше Ленин принимает НЭП. Что такое НЭП? По сути, НЭП это была самая ультралиберальная экономика в мире. Лениным построена. Даже если бы Гайдар был полнее, он бы как раз Ленина поднимал на щит. Смысл в чем? Да, в экономике торговля, свобода торговли, но в концессии сдавали иностранным банкам, да. И английские и американские банки получили рудники и все на территории бывшей царской империи и так далее. То есть это и была концепция НЭПа. Вот. Дальше продолжается конфедерация. Ленин в 24 году умирает. Де юра это конфедерация союз государств. Да, а потом, да, потом реформа Сталина, который... Да, до этого меняется элита в стране. Каким образом? Троцкий и Ленин в 18 году принимают конституцию 18 года, по которой все имущественные классы фактически лишены всяких прав. И полиция так, кстати, тоже. То есть лишены права избираться, быть избранными. Ну, то есть, в общем-то, всего лишены. То есть, фактически, так сказать, Сталин отменяет 36-го года конституцию, всеобщие права. Дальше. Система власти формировалась через систему съездов, советов и партии. То есть там и так далее. Сталин вводит, тоже отменяет эту систему, вводит систему выборов всеобщих. Причем Жуков публиковал бюллетени, там только альтернативные выборы. И здесь начинаются репрессии. Да, партноменклатура, а Сталин с 1934 года, его пост был ликвидирован, он был секретарем ЦК, одним из 12 секретарей. Более того, и на любом пленуме, а пленум собирался раз в полгода, можно не очередной собрать в течение 10 дней, его могли переизбрать. То есть, ну, избрать и так далее. Значит, вот аппарат, номенклатура начинает репрессии. И Сталин остановил только в 1938 году, когда Берию поставил. И провел первую реабилитацию, 200 тысяч выпустил. А дальше Сталин начинает политику в 1930 году, когда его группа окончательно победила Троцкого, индустриализации через американские банки, начинает строить предприятия здесь и так далее. И когда репрессии закончил, в 1939 году отстраняет партию от власти. Он 12 лет, с 1939-1952 год, не собирает съездов партии. Де-факто партия, де-юре, она была уничтожена, потому что там по уставу раз в 5 лет нужно проводить перевыборы. Вот такая ситуация. И Ельцин-то фактически в 90-м году, он что сделал? Он провозгласил конфедерацию фактически. То есть, да, де-факто Сталин из конфедерации де-факто превратил в унитарное государство. Вот эта независимость, она не была ни прописана, ничего. То есть, реальную, так сказать, что называется, власть имела только Москва. Это была империя, республики подчинялись, Москва ставила своих людей, ну, где-то умно, где-то неумно, кадровая политика. И в этом плане Ельцин что сделал? Он, в общем-то, начал выстраивать заново конфедерацию. А что такое было СНГ? Это была конфедерация, причем она была даже более-менее плотной, чем конфедерация по Конституции 24 года. Да? То есть, фактически там... Да, и, кстати, первый шаг по развалу СССР Хрущев вводил. Кстати, Хрущев предлагал вообще ввести... Во-первых, он одно время ликвидировал МВД в союзных республиках, да, что это приводило к слиянию мафии. Во-вторых, он уничтожил артели все, создал черный рынок. Что такое артели? Артели фактически закрывали, вот, например, пошивочные мастерские и так далее. И он образовал дефицит, черный рынок. Да, за счет, ну, его идеологи, вот, Ильичев в частности. Говорят, что у него была, я рассказывал, крупнейшая коллекция художников Возрождения, частная в Европе. То есть за счет того, что ликвидировали артели, создали эти плановую экономику, абсолютно все, так сказать, отдав на откуп плана, создали дефицит, черный рынок. Ну, собственно говоря, так он, помимо этого, он предлагал даже армии создать в каждой республике отдельно. То есть это было вот основа, шаги направлены на получение конфедерации. Но фактически в 20-м году, в 25-м, англичане получили колонию на территории Российской Федерации, России, такую же, как Индия. То есть они им принесли на блюдечке вторую колонию. Да, то есть, ну, это Сталин потом увел от этого. Да, то же самое здесь. Ельцин фактически провозгласил независимый союз, а потом конфедерацию СНГ, а потом дальше закон, а что произошло? Правильно, приватизация, иностранный капитал, фактически все скупил предприятия и так далее, тут как в НЭПе это было и так далее. То есть Ельцин в этом плане был не такой же пропойца. Он понимал, что он делал. То есть фактически английские и американские банки через офшоры получили экономику огромную, получили и так далее и тому подобное. Поэтому нет смысла отмечать этот праздник, потому что Россия должна быть унитарным государством. И в этом плане, видимо, цари были правы.
И прав был Сталин. Но тем не менее, вот мы получили то, что получилось. Вот сегодня такой праздник. Отмечать его или нет, это вы сами решаете. Спасибо, ваш Бессон Себрич.